Всем привет! В эфире Светлана Никичук. На моем канале вы найдете много информации о том, как снизить вес без вреда для здоровья, разберетесь в разных системах питания и станете более грамотны в этих вопросах. Более 7000 человек я выпустила с отличными результатами со своих проектов. И если вы тоже ищете компетентную помощь в вопросах снижения веса, напишите мне в WhatsApp, указанном в описании под этим видео, и мы подберем для вас комфортную и максимально подходящую программу питания. А сегодня я бы хотела затронуть тему программ питания, которые сейчас так часто продают в интернете. Я очень уважаю своих коллег и считаю, что мы делаем вместе одно благое дело. Но, к огромному сожалению, далеко не все, кто занимается снижением веса, имеют специальное образование. И покупая программу питания в интернете, есть опасность купить кота в мешке. Ладно, если эта программа просто не сработает, и это будут на ветер выброшенные деньги. А если это нанесет урон здоровью? А зачастую так и бывает. Давайте разберем, какая должна быть профессиональная программа питания. Первое, что должен попросить специалист у вас, это заполнить анкету или ответить на вопросы перед тем, как он будет составлять вам программу питания. Вопросы будут касаться здоровья, веса, целей, продуктов и так далее. В таком случае вы поймете, что программа питания будет написана именно под вас. Если же вам предлагают сбросить меню сразу после оплаты, знайте, этот рацион разрабатывался не для вас и, скорее всего, вам не подойдет. Второе, в питании должно быть указано КБЖУ – калории, белки, жиры и углеводы. Вы должны знать, как вас собираются кормить. А вдруг это питание написано на 500 калорий, и после недели такого питания вы будете падать в обморок? Специалист должен рассказать вам, по какой системе составлено это питание. Рациональное оно или кето, буч, средиземноморское, low carb, high fat. Пусть объяснит, почему именно это питание он рекомендует именно вам. Какие у него есть противопоказания и чем оно хорошо? Обратите внимание на точность. Все приемы пищи должны быть расписаны по ингредиентам и их количеству, а не просто по блюдам. Например, не сырники 150 грамм, а творог 5% 100 грамм, яйцо 1 штука, овсяная мука 30 грамм. Все продукты должны быть указаны в сыром виде. Писать питание из продуктов в готовом виде – большая ошибка, так как вес продукта очень меняется в процессе приготовления. И даже обычную гречку можно сварить абсолютно по-разному и иметь разный вес на выходе. Потому диетологи и нутрициологи всегда пишут вес только сырого продукта. Чего не должно быть в меню? Сахара, майонеза, полуфабрикатов, сосисок, например. Если вы видите это в рационе, знайте, составлено оно непрофессионалом. Ни один диетолог и нутрициолог не порекомендует есть сахар, потому как знает все масштабы вреда этого продукта. Ваш рацион не должен быть однообразным. Несколько видов мяса, рыбы, разных видов круп, фрукты, овощи, масла должны быть в вашем меню. Обратите внимание на жиры, они должны быть обязательно. Поинтересуйтесь у специалиста, какой режим питания он вам рекомендует и почему именно этот режим подойдет именно вам. Обязательно почитайте о специалисте, у которого собираетесь приобрести программу, о его образовании, о результатах его подопечных, о его опыте работы. Почитайте отзывы, посмотрите до и после. Плохо, если их нет. Почитайте блог специалиста, о чем он пишет, как. В идеале посмотрите несколько прямых эфиров, и вы тогда вы точно поймете, кому вы хотите доверить свое здоровье и результат. Но если вы уже купили такую программу и понимаете, что она не соответствует критериям профессионального меню, просто выбросьте ее в ведро и не пытайтесь хоть как-то ее применить, только чтобы оправдать потраченные деньги. Деньги – это небольшая потеря, это будет просто для вас уроком. А вот потерянное здоровье обойдется куда дороже после таких экспериментов. Относитесь бережно к своему здоровью и будьте грамотны в выборе специалиста. Всем здоровья, пока-пока.